Часть восьмая. Дорога в Уорбург-Сити. Эпизод второй. Итак, мы продолжаем. Продолжаем идти к нашей намеченной цели. К первому значку, каменный и Оливайн-Сити, если я не ошибаюсь. Человек предлагает нам бой. Мы с радостью говорим, конечно. Почему бы и нет, собственно. О, супер эффективно оказалась эта атака. Ну и я рад. 81 XP. Так, не будем менять. Следующий зубат. Суперсоник, но промахнулся. Итак. Получили еще 69 экспы и стали 10 уровня. Отлично. Этот уровень, это просто классно. Покебол еще нашли. Ты добиться будешь? Нет, она мне тут лечить, видимо, будет. Я биться не буду, но я буду лечить. Так, бой предлагает нам. Я, в принципе, на бои я советую всегда каждого тренера валить, потому что реально много XP, много разных покемонов в покедексе. И вот, например, Шинкс. У меня тоже есть Шинкс, но я пока его не качаю, потому что пока еще рано. И смысла такого большого нет. Так, отлично. Получили 102 XP, это довольно-таки много. Это половина 10-го, половина 11-го точнее. Хорошо, спасибо. Следующий тренер. Да, матчапу минус. И 127 экспы с него я получил. Это 11 уровень сразу же. Спасибо. Еще один тренер. Битуф.
беду. Тут тоже минус. И если повезет, вот абра. Абру я бы хотел, кстати, поймать. Неплохой покемон, действительно. И, в принципе, помогает ой-ой-ой на первых уровнях. Двенадцатый уровень, еще устарли. Теперь уже можно начать качать нашего друга Чимчара. Ой, как не повезло-то. Ну ладно, ничего страшного. Можно его и победить. Отлично, крит, и это сразу же минус. А нет, нет, не минус, смотрите-ка. Осталось совсем чуть-чуть. Двенадцатый уровень у Чимчара. Нужен, видимо, еще, наверное, нужны уровни. Но ничего страшного, мы их получим. Экстефенда наш. Ой, в кустах просто. Кстати, а давайте посмотрим, где же все-таки водится абра. Да, в этих кустах она все-таки водится. Старли. Тоже неплохая вещь. В свое время и в своем месте применять. Шинкс. Так, что здесь у нас? Ой, привет. Покетэч, ла-ла-ла. Покемон, хиден. ХМ-06 сразу же нам не дал. Это отличная Роксмэш. Роксмэш, да? Так, после джима. Ну, сейчас мы посмотрим, на кого пойдет этот самый Rock Smash. Сразу же изучим на Хэмпнуэра. И поехали. Нас ждет Оливайн Сити уже. Если я вообще правильно называю этот город, это может быть и не Оливайн Сити.